12 декабря, в День Конституции Российской Федерации, пяти лабытнанцам торжественно вручили паспорта. Сотрудники ЗАГСа вместе с представителями молодежного центра организовали события для молодых жителей города Лабытнанги так, чтобы оно запомнилось. Подробности в следующем репортаже. Согласно Конституции Российской Федерации, каждый юноша и каждая девушка, достигшие возраста 14 лет, получают свой первый гражданский документ, первый основной паспорт гражданина Российской Федерации, документ, который определяет вашу принадлежность к гражданству. Получение паспорта для этих молодых лабытнанцев – значимое событие, серьезный шаг во взрослую жизнь. Ребят с новым статусом пришли поздравить важные гости. Сегодня вы получите главный документ своей жизни. От имени главы города Лабытнанги Марины Ароновны Тресковой я хочу пожелать вам дальнейшей хорошей судьбы, чтобы вы чтили те законы, которые прописаны в Конституции, чтобы вы уважали память предков, чтобы вы сохраняли любовь к своим близким, чтобы вы гордились, уважали и делали все, чтобы наше Отечество процветало, чтобы ваши семьи были счастливы. Много напутственных слов было сказано в адрес виновников торжества. Первый в жизни главный документ ребятам вручил начальник лабытнанской полиции Альберт Джагапиров. Галина Зазулина вместе с мужем 14 лет назад в лабытнанском ЗАГСе получали свидетельство о рождении сына. Сегодня Валерию вручают здесь еще один документ. Сын получил первый документ в своей жизни, взрослый документ. И потом в этот день у нашего папы день рождения, 12 декабря. Поэтому это очень приятно, и именно в такой день получить именно сыну паспорт. Для Екатерины Кнышовой этот день праздничный и значимый. Она гордится, что стала взрослее и пообещала с достоинством носить звание гражданина России. Ну, это прям очень торжественно, то, что я как взрослый человек, у меня получается официальный документ уже, то, что я гражданин России, у меня свой первый паспорт. То есть это очень ответственно, круто, ну, прям радостно. Завершилось событие общей фотографией на память. Следующее торжественное вручение паспортов юным лабытнанцам состоится уже в 2022 году. Рая Ермолаева, Эдуард Захаров, программа «Время местное».